На улице Лейпциг очевидцы поймали, вероятно, пьяного водителя Гранты. Мужчина сначала разбил свою Ладу, а после остановки еле стоял на ногах и не понимал, что происходит. Детали в рубрике «Видеорегистратор». На улице Лейпциг очевидцы преследовали серебристую Гранту. По их словам, водитель этого автомобиля явно не в себе. Он спровоцировал ДТП и уехал. Вон это петушара! Его знают, надо догонять, ключи вырывать. Доставать ключи не пришлось, водитель Лады сам припарковался. Судя по его виду, он выпил далеко не лимонад. У тебя вся морда разбита, что не видишь? Вообще никакой. Он даже не понимает, что происходит. В итоге очевидцы вызвали на место остановки инспекторов ДПС. На улице Дзержинского водитель Infiniti не заметил встречную машину с камерой и развернулся на перекрестке. Классическое нарушение зафиксировала камера на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Свердлова. Водитель «Газели» не уступил дорогу. Уехал на красный сигнал водитель эвакуатора на перекрестке улиц Кольцова и Менделеева. На улице Лейпциг камера зафиксировала необычную работу светофора. Очевидец удивился, когда зеленый сигнал сменился на зеленый. Очень пьяную драку наблюдали автомобилисты в 6 утра на улице Ленина. Видимо, участники потасовки всю ночь боролись с алкоголем, а под утро решили выяснить отношения между собой. Но силы их уже покинули. Бойцы Миша и Леша даже толком ударить не могли. Мешало сильное опьянение и, конечно, друзья, которые их разнимали. Михаил Вагин, место происшествия.